Как всегда, у нас чистота, порядок. Кутяки у нас накормлены. Подстилочки лежат. В помещении тепло. Дай. Да, мои радости. Ну, давайте с вами пообщаемся. Давайте. Давайте. Вы нам приносите радость. Точно так же, как и подписчикам. Моим дорогим тоже друзьям, которые поддерживают нас. Спасибо вам большое, наши друзья. Спасибо за то, что вы верите в нашу искреннюю любовь к животным, преданность. Потому что мы их любим истинной любовью. Мы не бросаем даже сейчас, когда у нас просто оторвали от нас тех наших дружочков, которые остались в городском приюте. И это, конечно, для нас очень болезненно. И об этом знают те девицы, которые сейчас там орудуют. Вот именно что орудуют, не зная животных. Да, мои дорогие, да, мои золотые.